Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит и его помощница. И снова привет. Сегодня, ребят, мы продолжаем прохождение Silent Hill 4 The Room. Это, возможно, последнее прохождение с Настино. Это еще почему? Ну, потому что Настино решила так уйти у нас канала. Покинуть нас. Я не собиралась. Она не собиралась. Ну, ладно, ребят, шутка. Не смешная шутка. Тут просто, ребят, у нас небольшие проблемы были, из-за чего долго не было, не выходило в видео наших. В ближайшее время мы попытаемся все потихоньку вернуть. Но... Чтобы стать упущенным. Да. Не забыв... А мы не забываем ставить его. Да. Подписываться на канал, ставить ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы это наше новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте, пока 59, наши 90. Ну и мы... А также можно связаться с Нефритом по ссылке в шляпе канала ВКонтакте и в Инстаграме. Да, ребят, что-то я забыл, видите, столько времени уже это. Не писал ничего. Поэтому и забыл. Но не страшно, у тебя есть я, поэтому напоминаю обо всем. Так, и вот мы оттопырились. С топором. Да, у меня есть топор. О, смотрите. Чувак показывает. Где жертва была предыдущая. Видите, там чувак стоит. Видим. Ну, это я вижу. Ну и подписчики, думаю, видят. Больше никаких пока изменений нету. Нет, пока все. Все пока спокойно. Так, посмотрим, что тут. О, прикольно, вы тоже это видите? Лозунг изменился. Ага, я вижу это. Сбоку. То, что я не мог, по идее, видеть. Угу. Часть. Ого. Я боковые эти стал видеть. Ничего себе. Так все это видят. Офигеть. Такого раньше в игре не было. Никогда не было такого. Так, что там у Айлин? И здесь также. Там... О, привет. А чё она не в форме? Которая должна быть? Она переоделась, походу. Походу, дело мы... После того, как у меня тут небольшие были неполадки, мы это... В настройках. Не включили все. Да ей и так неплохо. Ну там-то она была симпатичней. Ну тут эротичней. Так она постандартнее немного. Стой, вижу теперь ее комнату. Ту часть, которую я не видел. Хм. Интересно. Ну ладно. Ну а мы почапали дальше. Собственно, возвращаемся. Ох, какая большая уже. Вообще. И символы начали проявляться по бокам. Эта дыра, она выглядит так, будто сделана не руками человека. Она становится больше и круглее, я думаю. Я где-то видел этот рисунок. Лезь, конечно. Окей, да, мы лезем в дыру. О, видели, как изменился опять? Портал, блин, вот. И мы оттопырились. Вот сейчас начнется, походу. Собаки валяются дохлые. Уже. Кайлин стучится. Я понял, почему, в чем глюк. Похоже на мой дом.
Что это за чертовщина? Собственно, двинули дальше. Двинули дальше. Серьезно, видите, кто это был? Так, сначала я сюда схожу еще. Так, 301, давайте зайдем в нее. Это был Уолтер Салливан. Пока мы не будем, зачем? Сама спойлерит, смотрите, смотрите, смотрите. Знаете, но он меня кричала, что я спойлерю. Не всегда тебе спойлерить, не всегда. А сейчас-то зачем было спойлер опускать? Все по причине, потому что все уже знают. Тут дневник. Последний месяц Джозеф, парень из соседней квартиры, который дал мне тот редкий порно-журнал, похоже, крепко ушел в работу. Он сказал, что если найдет еще один редкий, он даст его мне, но он особо не показывался в последнее время. Он сказал, что он журналист и что всегда занимается какими-то расследованиями. Но я думаю, с ним творится что-то странное. Он заперся в своей квартире, и я слышу всякие идущие оттуда странные звуки. 1 июля, Майк. О, моя прекрасная Рэйчел, что с той запиской на красной бумаге? Я думал, ты написала мне записку в ответ. Но может, она где-то в другом месте? Он забрал ее вместе с моей одеждой. Это была моя лучшая одежда. 2 июля, Майк. Так, я говорю, понял, в чем глюк. Чем? Это потому, что я размер экрана не сделал свой. Сейчас базовый соневский идет. Ну, как у Соньки, как раньше у компьютеров было. Ну, ладно. Вот мы красный листок взяли. Да, наша сейчас задача будет собирать все листки. Парень управляющий на этом снимке, он намного моложе. Сзади был прикреплен ключ. Мы ключ нашли еще. Так. Ага. Нельзя не походило. Нет, я просто смотрю, на какую кнопку. У меня сейчас кнопки еще все переделались. На стандартные. О, да. Понятно. Фотография медсестры, на ней написано «Я люблю тебя». Сзади был прикреплен ключ. А, ключ надо забирать. Во. Все, вот. Тут также надо. Угу. Во. Лежит открытый журнал. Обучая отчаянию, дом желаний. Дом желаний – сиротский приют на окраине Сайлент-Хилла, но под этой фальшивой личиной скрывается место, где похищенным детям промывают мозги. Дом желаний управляется благотворительной организацией сообщества сердечного соучастия Сайлент-Хилла. Иногда также называется 4С. Правда, что 4С является многоуважаемой благотворительной организацией, которая заботится о бедных детях, лишенных крова, и растит их с надеждой. Но ее сердце – языческая организация, которая обучает детей своим извращенным догматам вместо истинных религиозных ценностей. Мистер Смит, живущий неподалеку от дома желаний, заявил: «Иногда по ночам я слышу их странные молитвы и звуки». Звуки детского плача. Я ходил туда, чтобы пожаловаться, но меня выставили за дверь. С тех пор ничего не изменилось. Стоит отметить, что этому репортеру было отказано в просьбе сделать снимки на территории Че. Занимаются работники дома желаний. Что им приходится скрывать? Во время моих расследований я все же сумел обнаружить подозрительно выглядевшую круглую бетонную башню, которая выходила в территорию приюта. К сожалению, никто не захотел рассказать нам, для чего использовалась эта башня. Но едва ли это как-то связано с заботой о сиротах. На самом деле она может быть тюрьмой или секретным местом для проведения церемоний. Религиозный культ, управляющий домом желанием, известен среди местных жителей под названием просто Орден. Эта религия глубоко уходит корнями в историю Сайлент-Хилла, но искренняя вера ее последствий в то, что они являются элитным из... Последователей. Да. В то, что они являются элитными избранными, имеют темную и опасную сторону. Я намерен продолжать свое расследование деятельности Дома Надежды и стоящего за ним культа. Я всегда верил, что говорить всю правду и указывать детям путь истины – наш преважнейший долг. Джозеф Шрайбер. Да, много же ему переписывать приходится. К себе. Угу. Чего здесь больше нет?
Бляха, муха. Бабушка пришла. Бабушка, которая жила раньше, видимо, здесь, в этой комнате. Угу. И вот сейчас мы также должны записки класть. Блин, не могу, что у меня на другое кнопку перерасположения. Ну да, придется привыкать немного. Потом я все изменю. Что заперто? Сегодня будет на фейке немного путаться, потому что уже немного изменено. И поэтому немного сложновато будет. О, привет. Привет. Я получил это от мисс Гелвин давным-давно. Тогда она была моложе меня. Она выглядела такой счастливой, держась за руку своей матери. Вот, я дам это тебе. Ребят, я это брать не буду. А потом, голос его приятный. Потом я вам объясню, почему я это не взял в дальнейшем. Вы это все узнаете. А, да, мне сейчас пока никуда не попасть. Пока все закрыто. По одной приступить. Сколько собак-то отстрелянных. Нам повезло, что они вымыкают. Ну, да чего мне собак-то бояться? Ну, не особо приятно с ними драться. Они могут ее кусить. Я люблю тебя, Рэйчел, Майк. Он забит любовными письмами от Майка к Рэйчел. Собака. Да. Ну, это живая собака. Так, с комнаты управляющего мне надо найти. Так, значит, они здесь. Ну, пошли искать, значит. В другом отсеке, значит. Ты укрыли здание. Ну да, вот она. Ребят, вы если что, так не думайте, мне просто сегодня так настроения нет. Поэтому я такой необщительный сегодня. А это какая-то оборванная бумажка. Угу. Они нами нужны будут. А, мистер Рэйчел. Блин, надо сейчас заново прочитаю. Найденная медсестрой Рэйчел. Вернуть в квартиру 302 вместе с частью, которую оторвал ее парень Майк. Ну вот. Я говорю, нам надо эту еще вторую бумажку будет найти. Это мы найдем ее. Это красная коробка. Ё-моё, эта штука правда воняет. У меня едва слезы из глаз не текут. Видимо, есть сильно гадко. Это дневник. Сегодня красная коробка кажется еще более странной. От нее идет ужасный запах. Это отвратительно, но я просто не могу ее выбросить. Это произошло, наверное, лет 30 назад. Та молодая пара жила в квартире, но однажды и они просто внезапно исчезли, сбежали прямо как воры ночью. Я не знаю почему, наверное, были проблемы с деньгами, или может они были в какой-то опасности. Проблемы начались потом. Они оставили своего новорожденного ребенка, когда убежали. Я даже нашел пуповину. Я сразу же вызвал скорую и слышал, что ребенок выжил, но я не знаю, что с ним случилось. Хотя несколько лет спустя я стал часто видеть ребенка, гуляющего по зданию. Однажды он просто перестал приходить, но теперь, когда я думаю об этом, я готов спорить, что это был тот брошенный ребенок. Это ужасная история. Бросить новорожденного ребенка, все это случилось в квартире 302, и пуповина, которую я там нашел. Что ж, я все еще не могу заставить себя выбросить ее.
Теперь в квартире, естественно, живем мы. Да. Так, больше здесь, походу, дела ничего интересного, да? Ну, да, теперь у нас есть ключи от всех комнат. Что ж, надо пройтись. Бывают игры везде. Холодильник не открывается, ничего не открывается. Странные обои в этой комнате. Своеобразные. Угу. Все закрыто. Туалет. Еще что-то. Номер моего любимого. Вроде бы телефонный номер. Набрать номер. Вот мы слышим звук. Взять портативную аптечку. Да, возьмем. Это униформа медсестры. На ней написано Рэйчел. Ну, теперь осталось найти Майкла. Не Ой, Майкла, а... пришел не Майкла, колхозник. а Майка. А, Майка, да. Там колхозник прилетел. Он здесь вылазит. О, господи. Как я их всех ненавижу. Бляха-муха, он здесь. Что, здесь ничего нету? Чем они так любят доставать-то, а? Блин, меня бесит то, что экран, видишь, так двоится еще. Это просто действует так близко. Чего? Это просто призраки так действуют. Нет, то, что экран двоится, раскусывается, как тогда было. А. Потому что настройки экрана не сделаны. Размер. Ну, ребят, за это тоже извиняемся. Я не знал, что такие неполадки могут быть. Я забыл про это. А сейчас уже каждый комнате по призраку будет. Так, тут мыши. Ёпта. Господи, лучше бы я их не тревожил. А, тут ничего и нету больше, да? Тут только мышь. Да. Да. Вот, мухи. А то что тут будешь? Нет. Что-то тут совсем пусто. Совсем пустая комната тоже. Чего? Цапнула же. Нет, не успела. Цапнула, у тебя он здоровье не стал. Это я бил. Она не может во время удара. Гребаные стесняки. От них еще тени вон. Ой, говорю, надо будет все сделать потом. Отрегулировать. Ничего опять нет. Ничего нет в этих комнатах. Только зря захожу. Ну, хотя я... Надо еще по холодильникам пошарить. Некоторые холодильники, я помню, точно открываются. Во. Да ты куда? У нас вёрнуто в эти кровавые окровавленные джинсы, порванные. Это мертвое тело кота. В одном из карманов обрывок красной бумаги. Это ещё один. Нашли, похоже, вторую половинку. Thank you.
Нарушение. Да. Блин. О, господи, сейчас все двоится будет у меня. Здесь вообще лучше на призраков мне не нарываться. Пока не настроено все. Ну да. У меня так зудят кожа и глаза, этого дурацкий соседский кот распалил мою аллергию до безумия. Я вот в такой бешенстве взял мою переделанную модельную пушку и выстрелил в эту тварь. С дальности прямого выстрела это было круто. Он рухнул, как подкошенный. Вот сволочь, да. Кстати, тот револьвер, который носит Ричард из 207, это серьезная штука. Этот парень опасен. Да. Нас так уже сильно так убили. Мяха-маха. Сейчас надо наверх подняться. Чтобы положить все записки. Под дверь нам. Блин, у меня это еще самое чудо. Ну конечно. Потому что мы еще по второму этажу пойдем. Что это парень делает? Может он следующая жертва? Или может? Там Алин стучится, мы слышим. Мы слышим, да. Теперь нам надо попасть в нашу комнату. Да. Господи, я здесь призрак вижу. Везде призраки эти. Мы вернулись в свою квартиру. Угу. Очень раз просыпаемся в нашей кровати. Че это, блядь? Вентилятор, что с тобой было? Мы слышали звук. Вентилятору, по-моему, плохо стало. Да, что-то у нас я чувствую не очень. Берем все, что мы положили. Угу. Прошло 4 года с тех пор, как было найдено тело с вырезанными цифрами 12-21 с тех самых пор. Меня не покидает то чувство, и я не могу перестать трястись. Жертва была убита 6 месяцами ранее, но Уолтер был мертв уже 7 лет, покончив с собой за 3 года до этого убийства. Полиция думает, что это все работа подражателей и называет это дело Уолтера Салливана, раунд 2. Но что-то тут беспокоит меня. 14 мая. Ах, да, у меня тогда была жуткая головная боль, я просто отрубился на кровати. Может, если я погляжу рядом с кроватью в своей квартире, спальня 302, я найду. Это ужасно, что мне делать? Вот, как раз мы тут сейчас еще вот клочок еще один найдем и... Поймем смысл описки. Да. Я нашел ключ, который, наверное, уронила Айлин из 303 квартиры. Я хотел вернуть его, но ее не было дома. Думаю, я отдам его управляющему. Я разгадал загадку номеров 01121. На самом деле обозначает 01 дробь. Фу, дробь, как она? Да, дробь есть. Да, 21. То есть один из 21. Так Уолтер собирался убить 21 человека, но он так и не закончил свою работу. Он был осужден за убийство Билли и Мириам Лойкинов, 7 и 8 жертв, после чего он покончил с собой в тюремной камере. Жуткое массовое убийство 10 человек потрясло мир и стало известно как дело Уолтера Салливана. Здесь кроются две большие загадки. Первая, каков мотив убийств? Вторая, почему он покончил с собой до того, как выполнил свое задание? Был ли он просто безумен?
А вы помните, как покончил за собой? Ну, Ложкой, ложкой. Это было во втором Сан-Хиле. да. Я потерял ключ от квартиры Айлин Гелвин. Я должен найти его и вернуть. Дайте подумать. Место, где последний раз я его видел. Ну все. Теперь Это мы... вот то, что... Да. Теперь мы можем спокойно зайти в нашу комнату. И найти ключ. Здесь что-то лежит. Вот мы нашли ключ. Так, ну, ребят, мы пока еще к Эйлин не пойдем. Мы спустимся в 207-ю. Как мы поняли, что там есть револьвер. А другие комнаты я не буду проходить, потому что они почти все пустые. Ну, только патроны, может, найду. Но мы туда не пойдем. Да, потому что больше обходить. А то вы, ребят, если захотите проходить игру, вы можете просто все пообследовать. Ну, там ничего такого нету. Как я вам могу это сказать? Просто мы особо не пользуемся обстрелянным оружием. А я еще кое-что забыл в водной тюрьме поднять. Там был кулон защиты от этих, от призраков. Ну, все я сокращал, и поэтому все забыл. Мы слышим крики Айлин. Но мы идем пока в 207-ю. Это на второй этаж, так надо понять. Значит, это в дальнюю идти нам. Дверь. Вот сюда получается. Тут, наверное, 207-я. Ну 205-я, ага. О! Все понятно, меня уже поджидают. Топор круче. Два удара, собака лежит. А Ну вот и если сильный 200. удар, то один. Да. Вот кровь. И вот револьвер. Мы помним, как здесь его сожгли в предыдущей части. Взглянул на этом, на стуле-то. Хоккейная клюшка. Ну, она нам не нужна. У нас есть топор. Хотя, наверное, я еще кое-что обойду. Потому что где-то я должен кое-что найти. Пока, ребят, не скажу, если я не найду, то не найду. Хотя должен найти, почему-то у меня предчувствие, что я упустил. Где-то я упустил, а это очень нужно. Потом будет. Нет, здесь ничего нету. Где же я мог? Где же она может лежать? Потом мы можем кассету прослушать от Майка. Так, а я ищу кое-что другое. Вот уже нашел кассету. Видите, не зря зашел все-таки. Ничего нету, да? Где же мне найти то, что я так хочу? Или Я это не слабо. здесь? Тоже так хочешь. Или это не здесь, или это потом будет. По-моему, значит, потом будет. Ну, если пожарная, обойду уже, чё. Ребят, ну просто скажу, я хочу найти серебряную пулю. А, ну, ладно. Кто
эту игру проходил, тот поймет, для чего они тут. И они очень нужны будут. Ибо одна серебряная пуля может сделать столько полезного. Один патрон столько удовольствия. Наши случаи пользы. Хватит меня грызть. Все, пока. Мы убили призрака. Не убили. Не убили. По-моему, покоцали. В кармане есть обрывок красной бумаги. Еще нет. Похоже, это майка. Сейчас мы с резьбой майка. Это не одежда, майка. Так, там опять призрак он летает. Вот и телефон. Что же тут такого тогда? Тут портреты. Понятно тут. Значит, тут ничего нету, да? Зачем туда я сюда шел? Если тут ничего полезного. Странно. Так видно бывает, когда ты в воде шел. Да, пришел к этому, где телефон звонит. И ничего, особо не нашел. Угу. Бабушка, иди отсюда. О, господи, это... Он ползет все равно. Еще и мухи эти. Не мухи эти. Мыши. Мыши. И бабушка. Ой. Да что же у вас так тут? Зря сюда зашел. Скажи, ребят, видите, можно... В некоторые места вообще не заходить лучше. Чтобы лишний раз не нарываться. Угу. Да. Ну, давайте последние двери там у нас проверим на этаже. Машку еще подложить надо дверь. Ну это да, обязательно заглянем. Потому что надо понять, что это еще за клочок был. Оп, я что-то вижу. Патроны обычные. Обычные. Да. А мне пули до серебряные я. Но мы их не нашли. Ну да. Так, пойдем сейчас бумажку подложим. Так. Ну и идем сейчас... уже к Айлин. У нас ключ от нее есть теперь. Открываем. Двадцать один, 21. Эй, малыш. Чё на сигнал не переводишь? Не читаешь? Ты нашёлся, мам? Это место. Оно опасно. Мне нужно поспешить убираться.
Ну а мы опять оттопырились по ходу дела в своей комнате. И как видим, за окном уже ночь. Пойдите. Сирены скорой Да. и полиции. Давайте посмотрим. Я ни о чем так не думал, когда делал снимок, но сейчас у меня от этого возникает действие действительно жутковатое чувство. Вот. Видите, снова последний раз теперь по-другому реагирует. Может быть, это мои нервы шутят со мной шутки, но у меня жутковатое ощущение от этой фотографии. Может, это мое воображение, но у меня возникает тоже странное чувство, когда я смотрю и на эту фотографию тоже. Вот Айлин? тут нашего дома. Да. Ой, я теперь еще могу его так видеть из-за стекла. То, что я опять не видел. Офигеть. Так-то, конечно, прикольно. Ой, а я то справа никогда не видел в игре. И вы его так не видно. Опаньки. Где вход-то? В гостиницу. Фу, ну, в гостиницу, где он находится, наш апартамент. Что насчет этой фотографии скажешь? Может, это просто все воображение, но я чувствую, что что-то вроде страха, исходящее от этой фотографии. Да. Да. Здесь застрял какой-то. Ну, давайте посмотрим. Талисман Суккуб. Карта с изображением какого-то страшного демона. Я не думаю, что могу защитить себя. Он действительно безумен. Я больше не могу. Его сила неизмерима. Сегодня я был так напуган, что заблокировал стену кладовки. Интересно, в порядке ли Айлин, Гелвин? Она представления не имеет о том, что происходит. Но она, тем не менее, в опасности. 13 июля. Рэйчел, люблю тебя. Всегда смотрю окно. Защищу тебя. С любовью, Майк. Тишина. Больше вообще никто не ходит. А что в комнате Алин происходит? Так они направили жертву в госпиталь, сэр. А, да, они справятся. У нее на спине тоже цифры. Подражать Уолтер Салливан, раунд 3. Хех. Впрочем, они не поймали засранца, который устроил раунд 2 несколько лет назад. Может, это тот же самый парень? Что если первый, второй и третий? Что если это все один и тот же тип? О чем, черт подери, ты говоришь? Ты знаешь, что Салливан покончил с собой? Странно то, что не было следов. Места преступления всегда были чисты. Ни отпечатков, ни волос, ничего. Только цифры. 21-21. Я был копом долгое время. Но я никогда не сталкивался с таким делом. Это почти как если бы их убил призрак или что-то такое. И смотрите, кролик сейчас на нас показывает. А вы не так спокойно, так и по-детски. Да. Пойдемте кассету еще вставим. Как это тебе нравится? Ты вонючий мелкий выродок. Ты сам нарвался. Эта одежда отвратительна. Убери это с моих глаз.
Я знаю. В этом можно будет завернуть его тело. Погоди, погодите. Я думаю, я... Ты снова тут шатаешься. Убирай свою задницу сюда, пока ты действительно меня не взбесил. На. Странно. Ну ладно. Ну и на сегодня, ребята, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRighty987. С вами был Неф. И Настинал. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, пускать наше новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте ПК59 и наши 90-е. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Чао. Let's rock.